все очень просто. Потому что все эти функции, они отличаются чем? Мы с вами говорили. Они отличаются вообще именно симметрией. То есть поворотами на 90 градусов вокруг разных осей. Вот. Их можно всегда одну функцию получить из другой с помощью поворота на 90 градусов. И все эти функции, они ведут себя очень просто. Вот я так запишу. D и J пропорционально x и y на x и j на f в квадрате. Вот угловая часть, как выглядит. Ну и рисовать такую функцию очень просто. Обратите внимание, что вдоль осей, ну, начнем, ну, давайте начнем с этой функции dx и y. Вдоль осей x и y, так, функция вновь обращается. Где она максимум имеет? А по диагонали как раз, по диагонали. Причем это функция, а плотность вероятности квадрат модуля. Поэтому на этих диагоналях у вас одинаковые будут значения плотности вероятности, ну, грубо говоря, в положении в отрицательном направлении по диагонали. То есть мы получим, точно такой же крест, только повернутый на 90 градусов. Более того, на самом деле, вот если эту функцию повернуть на 45 градусов, то мы как раз получим функцию dx y. Я рисую распределение плотности, то вот давайте сюда. Итак, тоже беру разрез плоскостью xy. Значит, рисую распределение плотности вероятности в dxy состоянии. Значит, диагональ провожу. И вот в этих направлениях рисую вот этот крест. Знаки функции. Ну, легко видеть знаки функции, если x, y, да? Значит, произведение x на y, где положительно? Здесь положительно. Здесь тоже положительно. Плюс, плюс. Ну, а здесь будет минус, минус. Вот распределение электронной плотности в состоянии dxy. Ну, опять же, я вот здесь вижу. Ну, а в состоянии dxz или dyz, да, тот же крест нужно только повернуть в соответствующую плоскость. То есть либо плоскость yz, либо плоскость dxz. Плоскость xz. Все. Знаки функции расставить несложно. Еще раз повторяю, что на самом деле вот эти два креста, они абсолютно одинаковые, точно до поворота на 45 градусов. Вот распределение электронной плотности, значит, в SPD состояние рассмотреть. На самом деле на практике дальше обычно не ходят. Это наиболее такие как раз наиболее актуальные, что ли, да, три ситуации, три электрона. И почему, кстати? А дело в общем, дело в том, что я как-то уже неявно заговорил о химических связях, так и так далее. Ну вот, известно, что наиболее активно в химическую связь вступают S, P, вот, если это будет иерархия, расставим. S, P, очень часто они вступают примерно одинаково в химическую связь. Дальше D идут, а вот F, электроны, F-электроны, они, в общем-то, фактически в образовании химической связи практически не участвуют. Это связано, знаете, с чем? С тем, что F-оболочка, она такая компактная очень оболочка. И для редкоземельных элементов, это элементы, атомы или ионы, которые имеются незаполненная F-оболочка. А если незаполненная F-оболочка, значит, она валентная оболочка. То есть это те самые электроны, которые либо активно, легко уходят от атома, да, образуют ионы, либо, наоборот, легко принимаются ионами. То есть они могут участвовать наиболее активно в образовании химической связи. Понятно, что если мы будем рассматривать какой-нибудь электрон, который к ядру крепко очень приколочен, да, то есть для него, скажем, потенциал полонизации очень большой, ясно, что ожидать того, что этот электрон будет активно участвовать в химической связи, не следует. Вот. Поэтому, когда мы говорим о
слабо связанными с ядром. Так вот, F-электроны, они, кроме того, что они относительно сильно могут быть связаны с ядром, но даже если они и слабо связаны с ядром, но у них электронная оболочка компактная. Здесь ведь очень важно, ниже мы об этом будем говорить, очень важно не только, скажем, энергетические соображения, но и вошли соображения типа перекрывания, например, электронных облаков. То есть, как химик, например, представляет образование химической связи. Вот я картинку нарисую, такую типично химическую картинку. А вот прямо буду использовать уже нарисованную картинку. То есть вот представьте себе, что рядом у вас еще атом с P-электроном. То есть понятно, что если у него тоже PZ-состояние реализуется, то в этом направлении у вас перекрывание электронных облаков очень сильное. Ясно, что соответствующие электроны будут очень сильно взаимодействовать. А представьте себе не PZ-электрон на соседнем атоме, а, скажем, PX-электрон. Или PY-электрон. Ну и здесь максимум распределения электрон полностью направлены перпендикулярно направлению Z. Ясно, что в этом направлении химическая связь либо отсутствует вообще, либо слабо является. Вот видите, как химик оперирует этими картинками. Поэтому химик очень часто вот так вот делает такие качественные, кстати, полуколичественные даже выводы относительно величины химической связи, глядя на эти картинки буквально. Вот мы как раз в следующем, через один раздел будем говорить о химической связи, к этому мы снова вернемся. Итак, идем к следующему разделу. Следующий раздел СП-гибридизация. СП-1 гибридизация. Ну, начнем с атома
дорогу. Дело в чем? Дело в том, что если в графите у вас 2С и 2П электроны имеют, вообще говоря, разную энергию. Чем это связано? Ну, дело в том, что графит — это не одноэлектронный атом, это же не атом водорода. В атоме водорода энергия зависит только от N. Только от N, от данного квантового числа. Поэтому, скажем, в атоме водорода 2С и 2П электроны имеют одну и ту же энергию. Потому что энергия зависит только от N. Я напомню, минус N квадрат на 2N квадрат. Потом единица. И значит, в атоме водорода 2С и 2П электроны имеют одну и ту же энергию. А вот в графите они имеют разную. В кислороде они имеют разную энергию. С чем это связано? Ну давайте прикинем простенькое какое-нибудь, простенькое объяснение того, что у вас энергия в состоянии с различными N будет разной. Вот представим себе там графит или углерод, вообще многоэлектронный атом. Вот. Я рассматриваю отдельный электрон, выделяю, да, работаю в таком одноэлектронном приближении. Но в этом одноэлектронном приближении тогда потенциал или поле, которое действует на выделенный электрон, из чего оно состоит? Из двух кладов ядро, положительный заряд, притяжение, да, и остальные электроны. От остальных электронов он отталкивается, выделенный электрон, а к ядру притягивается. Но дело в том, что эти электроны, они же там по электронным оболочкам распределены, да? То есть распределение заряда электронного не соответствует точному, то не имеет точный характер. То есть оно такое распределенное распределение заряда. А я напомню, что вот эта независимость энергии от L – это свойство кулоновского потенциала, то есть потенциала поля точного заряда. По многоэлектронным атоме, повторяю, потенциал не является потенциалом точного заряда. То есть он не является кулоновским. Это означает следующее, что для разных электронов, которые ближе к ядру или дальше к ядру будут расположены, да, у вас эффективный заряд можно считать функцией L, например, да, функция L. Ну и тогда, если здесь подставить эту функцию от L, ну на самом деле не только от L, но и от N. Потому что для разных NL электронов, на самом деле, вот этот эффект, фактически эффект экранировки. Почему? Потому что ядро точно заряд притягивает выделенный электрон, да, а все остальные электроны отталкивают, они экранируют как бы потенциал ядра. Вот. Но ясно, что вот этот эффект экранировки, его можно, может быть, ну, это, конечно, примитивное приближение, но он довольно часто используется, такие полуколичественные каких-то оценок. Эффект экранировки можно учесть просто чем? Вводя вместо Z, ZNL. ZNL. То есть некий эффективный заряд, который, конечно, для разных электронов должен быть разным. Почему? Потому что одни электроны ближе к ядру расположены, другие там дальше и так далее. Ну а если так, то тогда, конечно, у вас эпсилон N. Если Z я применяю на ZNL, эпсилон N перейдет к эпсилон NL. И у вас появится зависимость от N. Так вот, это очень важная зависимость, очень важная. В нашей жизни, на Земле, я имею в виду, да, вот эта зависимость чрезвычайно важна. Еще раз повторяю, в графите разница энергии 2S и 2P относительно маленькая. Это всего лишь несколько электронов вольт. А вот, например, в кислороде это уже 20 электронов вольт. Это разница. И, например, у кислорода вот такого количества модификаций, ну, ниже мы скажем, роль эскалибризации кислорода слабенькая, а у углерода очень большая. Ну а у водорода она вообще предельная. Давайте с водорода и начнем. Да? Итак, теперь просто водород. В водороде 2С и 2П состоят иметь одну и ту же энергию. Ну это что означает? Это означает, что на самом деле мы можем вместо волновой функции фи, ну, n я беру двойку, да, фи 2s и фи 2p, ну давайте r я напишу,
да, вот так. Или можно использовать итоговый базис 2PX, 2PY, 2PZ. Вместо вот этих четырех функций, обратите внимание, четыре здесь функции, да, можно использовать их линейные комбинации. Напомню небольшую теорему. Любая суперпозиция, либо любая линейная комбинация функций из одного мультиплета. А что значит мультиплет? Мультиплет объединяет функции, соответствующие одному собственному значению. Так вот, любая комбинация волновых функций из мультиплета соответствует тому же самому собственному значению. Вот. Поэтому в качестве волновых функций уровня set равным 2 можно выбрать любую комбинацию из этих вот функций. Так вот, комбинации из S интерфункций и будут называться гибридными орбиталями. Начинаем со S1 гибридизации. Итак, я строю, ну, если я возьму для начала всего одну P-функцию. Ну, давайте эту функцию 2PZ возьмем. И рассмотрю комбинацию этой функции с 2S-функцией. Эти комбинации так назову φSP. Ну, давайте здесь напишу плюс-минус. Единица на корень из двух, умножить на бировки. φ2s плюс 2s плюс минус φ2pz. Вот такие комбинации. Две по струну из двух ортонормированных, ортогональных друг другу нормированных единицу функций можно построить две независимых ортогональных, значит, комбинации. Вот эти две комбинации. Вот легко проверить. Они будут при выборе корня из двух здесь. Они будут нормированы на единицу, но и ортогональны друг к другу. То есть φ плюс будет ортогонально φ минус. Вот, пожалуйста, SP1 гибридный орбиталь. Чем он отличается? Ну, первое, обратите внимание. Функция 2S, элерон нулю, четная. Функция 2P нечетная. Здесь мы имеем дело со смесью четной и нечетной функции. Это означает, что эта функция не имеет определенной четности. То есть она не четная. Ну, давайте нарисуем распределение электронной плотности вот в этой гибридной орбитали, как она будет выглядеть. Вот для этого надо вспомнить, как выглядит распределение электронной плотности для 2S и для 2PZ состояния. Напоминаю. 2S – это вот такая сфера, да? А для PZ состояния это вот такого типа гантелька. Причем интересно, что для 2S функции знак везде плюс, а для PZ функции вверху плюс, а внизу минус. Верхний пол плоскости плюс, нижний минус. Ну что получится, когда я теперь комбинацию построю из них? Ну ясно, что видите, при знаке плюс, что у меня произойдет? В верхней полуплоскости у меня плотности электронные сложатся, функции сложатся, ну и плотность возрастет. А в нижней функции вычтутся, да, и плотность упадет. То есть как это будет выглядеть в результате? Гибридная орбиталь, я так нарисую. Гибридная орбиталь, это вот что мне даст. Значит, вверху у меня будет такой лепесток толстенький, а внизу так потоньше будет. То есть появится такая, видите, несимметрия. Но ясно, что четкость потерялась. И вот здесь знак будет плюс, здесь будет знак минус. Но теперь у меня уже, хотя это плюс и минус знаки, значит, функции, да? Вот. Но распределение плотности, вероятности стало несимметричным, верх и низ стали разными. Это будет означать, что в этом, для такого состояния появится отличный нуля дипольный момент. Дипольный момент тоже будет отличный нуля. Дипольный момент. То есть у вас сверху заряда больше, чем снизу. Хотя знак заряда все время отрицательный. Минус-минус, это электрон же, так?
Но тем не менее, такое несимметричное, однонаправленное, видите, однонаправленное. Не как вот для ПЗ-состояния, видите, вверх и вниз одинаково направленность, да, распределение заряда, а здесь разное, здесь однонаправленное распределение, здесь выделено положительное направление СССР, в смысле больше электронной плотности. Значит, это отлично управляет дипольный момент. Ну, кстати, его можно даже посчитать, этот дипольный момент. Давайте посчитаем дипольный момент. Ну, легко догадаться, что дипольный момент будет иметь только Z-компоненту. Z-компонент, я считаю, средний дипольный момент. Я напомню, что дипольный момент, оператор дипольного момента электрона, заряд его на радиосвектор. На радиосвектор. Вот считаем дипольный момент в гибридном состоянии, которое описывается гибридной спектрой орбитали. Итак, dz равняется. Вот теперь смотрите, внимательно смотрим. Значит, здесь будет так. А что такое среднее? Давайте все-таки распишем. Итак, φsp – это диагональный матричный элемент среднего значения. Плюс минус. Дальше d. Ну, dz тут надо взять. φsp плюс минус. То есть я считаю фактически дипольный момент в состоянии, здесь тоже можно написать плюс-минус, в состоянии либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Ну, кстати, легко догадаться, что если я знак минус возьму, то распределение электронных плотностей будет перевернутым. То есть для вот это вот для орбитали sp плюс, а для орбитали sp минус, ну как ни то, так просто перевернется. Это распределение электронных плотностей в sp минус состояние. Ну, повторяю, что просто у вас картинка обернется. Я считаю, сразу двух зайцев убиваю. Итак, здесь функция 2 слагаемая, здесь функция 2 слагаемая, 4, значит, будет маточных элементов, но из них 2 более обратятся. Почему? Вот этот оператор нечетный. Видите, я наверное нечетный оператор. И если я возьму слева и справа функции, скажем, S обе, ну они нечетные, да, то я получу матричный элемент, это интеграл, где под интегральной функцией будет нечетная. Ну, интеграл 0. То же самое, если у меня слева и справа два косет функции будет, она нечетная, то неважно. Если у вас слева и справа стоят функции с определенной четкостью, все равно ноль. Поэтому здесь отлично отнуляем результат. Мы получим только тогда, когда возьмем слева, скажем, функцию φ2s, а справа функцию φ2pz. И наоборот, значит, два слагаемые расстанутся. Ну, легко догадаться, они будут одинаковыми слагаемыми. Поэтому результат будет так выглядеть. Наряд я выношу за скобку. Ну, а дальше φ2s. А, знак только еще. Так как у нас отличные от нуля будут только перекрестные маточные элементы, да, а они как раз будут отличаться знаком. Соответственно, вот верхнему или нижнему, поэтому надо написать так. Равняется плюс-минус. Дальше. R, то есть Z просто. Z компонента радиус вектора. Φ2b. Ну, а это матричный элемент, надо считать просто. Ну, мы функции знаем, поэтому мы его можем посчитать. Поэтому это просто одна из задач для практики. Рассчитать дипольный момент электрона, который находится на гибридной орбитали. Вот такой гибридной орбитали. Это гибридизация. Кстати, интересно, то есть вот с точки зрения химика, давайте опять подойдем. В ПЗ-состоянии у меня способность к образованию химической связи у ПЗ-электрона одинаковая, что вверх, что вниз. А здесь, видите, однонаправленность появляется. Вот здесь у вас складывается, здесь электронная плотность увеличивается.
может резко увеличиваться, а в противоположном направлении, наоборот, резко падает. Поэтому здесь у меня однонаправленность и химической связи тоже будет. Ну, так же, как и здесь, в другую сторону. То есть для химика это, конечно, чрезвычайно важная вещь. Идем дальше. СП2-гибридизация. СП2-гибридизация. То есть, если мы в СП1-гибридизации фактически рассматривали комбинации, видите, как брали комбинацию, значит, одной В-функции и одной П-функции. А теперь возьмем две П-функции. Две П-функции. Вот, между прочим, сейчас мы с вами вступаем как раз в мир графена. Мир графена. Потому что в графене как раз работает СП2-гибридизация. Итак, СП2-гибридизация. Я беру комбинацию, еще раз повторяю, S-функции и двух теперь P-функций. S, P, вот эта двойка означает, что две P-функции сейчас у меня в комбинации. Значит, всего бы три функции, да, три функции. Из этих трех функций, S и две, ну, правда, из трех, два функций надо сразу выбрать две, так какие. Ну, я выберу PX и PY функции, PX и PY. И будем рисовать как бы картинку плоскости xy. Плоскости xy. Значит, из трех функций я получу три комбинации. Три ортогональных комбинации. Вот давайте я вначале нарисую некие картинки. Некие картинки. Распределение электронной плотности. Итак, я должен три комбинации образовать. Три комбинации. Я начну так их образовывать. Это у меня ось X, это у меня ось Y. Вот здесь вот возьму комбинацию S функций и 2PX функций. Просто SP1 образую гибридную деталь. SP1 гибридную деталь. Значит, как это будет выглядеть? Вот картинку нарисую, вот она у меня же есть картинка. И еще мне надо две детали построить. Вот смотрите, как я их строю. Значит, я беру, поворачиваю на 120 градусов, вот так, оп, и три луча провожу. Один вдоль оси X, потом на 120 сюда и на 120 в другую сторону. Ну, то есть, если в одну сторону, то на 240. И вот вдоль этих направлений еще формирую точно такие же гибридные орбитали. И вот я получил, причем давайте я, это у меня разрез, еще раз повторяю, разрез. Вот я выделю исходную орбиталь и вот эти три орбитали. Можно показать, что все эти три орбитали будут ортогональны друг к другу. А вот как их строить? Вот как теперь построить орбитали, Саша? Это у меня распределение электронной плотности в трех, для трех этих орбиталей нарисовано. А как сами орбитали строить? А вот интересно, что при этом можно учесть, что P-функция, она ведет себя как вектор просто, как вектор. Вот представьте себе, вот я тут рядышком теперь нарисую. Вот я взял вектор, который у меня соответствует PX функции. Вот это, который входит в комбинацию с S функцией. Образует гибридную орбиталь. Это фактически SP1 гибридная орбиталь. Вот я взял такую стрелочку вектор, и соответствующий нарисовал. Но этот вектор направлен вдоль оси X. Он соответствует функции PX как раз. Вот теперь беру вот 120 градусов, да? Вот. Поворачиваю вот этот вектор. Видите, у меня здесь симметрия такая. Треугольник симметрии. Поворачиваю на 120 градусов, получаю новый вектор отсюда. Повторяю еще раз, вот это направление Y, это направление X у меня. И вот здесь еще на 120 градусов развернул. Я могу вот эти вот вектора к функциям снова перевести. Очень просто. Вот этот вектор соответствует чистой PX-функции, да? А вот этот вектор смотрим, и он соответствует, и этот тоже самое.
Вот как фактически изобразить P-составляющую вот в это гибридное питание? P-составляющую. Ну, посмотрим. Значит, вот эту P-составляющую в это гибридное питание пишу. Так, это будет, значит, здесь X компонента снизу, во-первых, пойдет. Угол здесь, вот этот вот угол 30 градусов, так, значит, это будет половинка, а, нет, не половинка, так. То есть, если здесь перед PX, вот в этой орбитальной, скажем, стояла единичка, да, то здесь будет 1/2, минус 1/2. Итак, начали писать эту орбиталь, минус 1/2 PX, так. Дальше идем, Y-компонента еще появилась с плюсом, но у нее сложен корень из трех пополам, что ли? Корень из трех пополам. Плюс корень из трех пополам. PY. Вот как она будет выглядеть. Вот это P-составляющая, соответствующая вот этой функции. Теперь P-составляющая, соответствующая вот этой функции. Здесь просто PX, я напомню, здесь просто PX. Минус 1/2 PX, ну а PY будет минус корень из трех пополам PY. Это вот P-составляющая этой функции. Ну и теперь что нужно сделать? Добавить S-компоненту, так, одинаково везде S-компоненту, потому что S-компонента, S-функция при всех этих поворотах не меняется вообще, даже в соответствии с затропным распределением. И мы получим три комбинации. Вот, между прочим, химики очень часто так и строят орбитальные. Они вначале как бы угадывают, исходя из соображений симметрии, а потом, глядя на эти картинки, пытаются воспроизвести саму функцию. Вот в этом случае очень важны, например, знаки функции. Знаки функции очень важны. Ну, вот здесь это фактически автоматически учитывается все. Знак функции, видите, вот эти минусы там. Минус y составляющая, минус y уже с минусом, здесь y, с плюсом, с минусом. Здесь x полностью, y 0 вообще. Таким образом мы получим орбитальки. Вот теперь их можно записать полностью. Итак, фи sp, ну давайте ее условно обозначим там 1. Это просто, значит, единица на корень из 2 фи 2s плюс фи 2 PX. Дальше фи sp2, это единица на корень из 2 фи 2s. Мы его теперь должны вот эту комбинацию записать сюда. Минус единица на корень минус 1/2 PX. А, фи вернее. Фи 2 PX. Фи 2 PX. И плюс корень из 3 пополам φ2π. И наконец третий орбиталь. φsp3, единица на корень из 2, φ2s, значит там что у нас будет? Минус 1/2 φ2px, плюс, а, минус корень из 3 пополам и 2PY. Вот три орбитали гибридные, которые образуют три, так называемые SP2 гибридные орбитали. Ну и как у нас будет образовываться структура типа графена? Ну, очень просто. Вот. Вот у вас одно направление, вот второе под 120 градусов, и третье под 120 градусов. Да? Вдоль этого направления мы вступаем в химическую связь, рядом с углерод еще скажем, да, речь идет о графене, углерод. Значит, в этом направлении садится углерод, вот он сидит центральный углерод, вот рядом сел, у него точно такая же картина распределения, да, пошла. Вот. В этом направлении садится углерод, в этом направлении садится углерод. Ну и поехали образовывать снова
Ну, что-то вот такое, да? Не очень так хорошо получается. Ну и так далее. Начали получать такую треугольную решетку из графита. А, монослой. А вот это его графит как раз. Графит. Ну а в графите, обратите внимание, что на самом деле у вас не использована одна виталька еще. Но если я использовал здесь PX и PY виталь, видите, они у меня полностью сработали. Дали вместе с S-орбиталькой три новых орбитали. Но PZ-орбиталь у меня не использована. Оно же в состоянии не существует. Что это означает? Это означает, что на самом деле PZ-электрон, а у него электронная плотность направлена перпендикулярно вот этому монослою, перпендикулярно. PZ-электрон может, вообще говоря, достаточно свободно, видите, PX-PY электроны у меня связаны жестко с участием S-электрона, жестко связаны вот в формировании этой SP-гибридной структуры. А вот PZ-состояние может относительно свободно в этой электронке двигаться. Вспомним графит, он же хорошо проводит. Вот. За счет чего он проводит? А за счет того, что у вас вот такие монослои, так, они связаны, графиты, конечно, так относительно слабо связаны, но графит очень легко отшелушивается. Да? Собственно, графит это как формирует? Ну, так, если на пальцах написать, примерно так я беру, вот так, графит тут, да? Ну, тут клеит только надо. И оторвал один слой. Ну, это легко сказать, технологически сделать очень сложно, но вот это вот реализовали как раз Новоселов и парень один из Нижнего Тагила. Вот, Новоселов. Второй парень. Ну, да, тоже. Это из-под Москвы. Вот. Наши. А вот PZ-электрон, повторяю, он определяет проводимость. Достаточно хорошую проводимость, но в графите он хорошую проводимость, относительно хорошую проводимость. Ну и наконец, мы доберемся до алмаза. Представьте себе, один электрон у нас еще остался, PZ. Ему тоже можно гибридную комбинацию, то есть теперь можно ввести. Можно образовать теперь 4 гибридных орбитали. Давайте я тоже с картинки начну. Итак, рисую картинку. Строю 4 гибридных орбитали. Но ясно, что теперь 4 гибридных орбитали с участием PX, PY, PZ, они будут образовывать трехмерную картинку тоже. Да? То есть распределение электронной плотности теперь волей-неволей будет трехмерным. Как его получить? И вот я теперь смотрите, как, используя симметрию, получаю это распределение. Рисую кубик, помещаю вот в центр кубика наш атом. Да, мы пока рассматриваем атом водорода. А затем, как в случае предыдущем, провожу, там я проводил 3 направления симметрично, мне надо 4 направления взять, провести. И вот как я провожу эти 4 направления. Одно сюда, другое вот сюда, вот в эту вершину, так? А внизу вот так, в эту вершину и вот в эту вершину. Ну не очень здесь вот, неудачно здесь вот слилось. То есть это что у меня получается? Вот это ну, тоже неудачно, на самом деле это надо не сместить. Дело в том, что вот это ведь есть кусок диагонали пространства, но сейчас вот более-менее. То есть, смотрите, что я делаю. Я беру, соединяю на верхней грани кубика вот эти две вершинки, а на нижней, по сути, другие вершинки, противоположные. Да? Вот. Ну а дальше, вдоль этих направлений, стройки длинные орбитали как раз. Комбинации S и P орбитальки, но P орбитальки, видите, это будет не PX, не PY, не PZ, это комбинация их. То же самое здесь. Кстати, обратите внимание, что если у меня, пусть я вот приберу здесь таким образом, ну, на самом деле надо вот так, да?
оси, и тоже где-то совпало. Вот это ось четвертого порядка, на самом деле, ось четвертого порядка, а ось четвертого порядка, она вот сюда вот, когда вот здесь совпадет, да, получается. То я могу найти координаты вот этих вот векторов, координат. И дальше я строю гибридные орбитали, нарисую. Итак, одна гибридная орбиталь вдоль направления вот сюда, вторая гибридная орбиталь в этом направлении. Повторяю, гибридные орбитали, видите, они так выглядят, однонаправленные такие орбитальки. Теперь сюда строю орбитальку. Понятно, что здесь объемную картинку не так просто будет нарисовать. Вот теперь видите, еще вот туда я иду меня. Это назад вообще туда, за доску. Вот, ну что делать? Вот, пытайтесь как-то это изобразить. А у нее хвостик выходит сюда наружу. На самом деле, это что мы, какую картинку сформировали? Тетраэдр называется. Тетраэдр. То есть, если я соединю вот эти вот точки, да, в которые у меня направлены мои орбитальки, я получу фигуру тетраэдра. Посмотрите сверху, например, со схемы четвертого порядка. Сверху смотрим. Что мы получим, если смотрим сверху? Мы получим вот что. Вот эти две, да, вот они. Оп-оп. А вот нижние две, вот они где. Вот сверху этот тетраэдр, вот он. Тетраэдр сверху. То есть вот с этого направления на него смотрим. Вот так. Ну и, соответственно, если посмотреть на гибридные орбитальки в этой же проекции, что мы получим? Ну, мы получим вот такую картину. И здесь все вот эти еще маленькие будут. Это проекция, если я сверху смотрю. Так. Ну а сами гибридные орбитали как будут выглядеть? Я их напишу, мы сделаем. Итак, гибридные орбитали выпущу. Итак, 4 будет гибридные орбитали. Пишем φ sp1. Φ sp1 это 1 вторая. Φ 2s плюс. Вот теперь смотрите, вот. Нет, я не сюда отправил. Не сюда отправил. Вот если бы я вместо этого этой вершинки вот в эту отправил вершинку, да, то у соответствующего вектора все компоненты x, y и z были бы одинаковы. Были бы одинаковы. Давайте я все-таки выпишу именно такую комбинацию. Это разницы большой нет. Фи 2 px плюс фи 2 py плюс фи 2 pz. Повторяю, что я немножко пишу для другого случая, когда вот не эти взятки у меня, а вот наоборот, под 90 градусов, ну и тут, соответственно, под 90 градусов надо перевернуть. А теперь смотрите, обратите внимание, что компоненты векторов соответствующих знаками будут всего отличаться. У них модули у всех одинаковые, потому что эти вектора направлены вдоль пространства, на их диагонали. Все одинаковые, поэтому легко их все написать. SP 2, 1 вторая, Фи 2С. Меняю знак. Минус Фи 2ПХ. Плюс Фи 2ПУ. Плюс Фи 2ПЗ. Значит, это что у меня получилось? Значит, вот если здесь я беру в эту сторону, да, у меня так, из этого одинаковый. А, значит, надо 2 надо сменить вот так. Фи 2П, вернее, фи СП 3, 1 вторая. Здесь множество нормировки не единица на корень из 2, а 1 вторая, потому что здесь, видите, 4 функции входят. Фи 2С, 2С, минус фи 2 px плюс фи 2 py минус фи 2 pz. И наконец четвертая функция фи sp3, sp4, это будет 1 вторая фи 2s плюс фи 2 px
соотношение знаков для векторов, направленных по пространственным диагоналям. Функции ортогональные будут друг к другу. Ну, вот обратите внимание, например, вот эти функции друг к другу сработают какие интегралы? Это на это даст 1/4, вот это на это минус 1/4, это на это минус 1/4, это на это плюс 1/4. Дайте 0 получится. Причем каждая функция нормирована на единичку, потому что этот вклад даст 1/4, это 1/4, это 1/4, 1/4. Вот. Все, вот эти вот SP3 гибридные орбитали, SP3 гибридные орбитали, их 4 штуки. И обратите внимание на что? На то, что угол между направлением, между вот этим выделенным направлением, угол между пространственными диагоналями куба. Этот угол порядка, то есть так, я очень грубо скажу, угол порядка 110 градусов. Это то, что называют тетраэдрическим углом, известным тетраэдрическим углом. В алмазе, по структуре алмаза как образуется? Точно так же, как я делал это в случае графена, только теперь вдоль направления связи мы выстраиваем, начинаем снова углерод, в этом направлении углерод, в этом направлении углерод и так далее, и так далее. Продолжается вся структура наращивается, мы получаем самую крепкую, самую твердую трехмерную структуру. Графен – структура очень неустойчивая, в отличие от алмаза. Можно сказать, что графен – это структура как антипод алмаза. Тот супертвердый, графен будет супермягкий. Почему? Потому что это слой один, да? Представьте себе однослойку такую. Ну, представьте себе бумажку такую, Да не надо. Да надо, бумажка будет вообще вот так вот вся, неустойчивая очень. Вот. Лист, за счет чего устойчив? Лист, что у него в этом направлении есть связи, да? Ну и друг относительно друга, если вы начинаете вот так вот подворачивать лист, есть упругость определения. А у графена практически нет. То есть он легко очень неустойчив относительно, да? А как бы иногда это называют его паттингом, то есть выходов вот этих вот элементов из плоскости, причем произвольным совершенно. Вот с этими флуктуациями связана неустойчивость графена. И он на самом деле устойчив только тогда, когда эта пленочка моноатомная, да, она на какую-то структуру нанесена, то есть на подложку. Вот на подложке графен, на подложке он еще устойчив. За счет подложки. Все, на сегодня.